Привет, тролли. И привет, чуваки. Все-таки, все равно, чуваки, до вас не дошло, я так понял, для многих, что ролики с пометкой для троллей я делаю специально для троллей. Вот один чувак мне пишет. Вот это сейчас обращение не к троллям, а еще к нормальным чувакам, которые смотрят ролики с пометкой для троллей. Я так понял, такие еще есть. Вот один чувак пишет: «Жаль, что ты зазнался, Сергей. А ведь еще совсем недавно ты радовался первым полученным деньгам с Ютуба и был счастлив, что тебя хоть кто-то смотрит. И даже обещал, что ролики поднимутся в качестве. Где тот Сергей? Обычно, что ты так... Обидно, что ты так опустился. Обидно». Да, чуваки, все нормально. Это ролики для троллей. Через пару дней, может завтра даже, выпущу уже нормальный ролик. Все будут смотреть и радоваться. Даже те же самые тролли все равно будут смотреть ролик для нормальных чуваков. По-любому. Но я еще раз повторяю. Уже в нормальных роликах я уделять внимание им не буду. Все.